Спортивная наука преподнесла удивительный сюрприз. Главное базовое упражнение нужно выполнять еще и в конце занятия. Любое физическое упражнение, включая силовые упражнения, сопровождается сгибанием одного или сразу нескольких суставов. По этой причине упражнения в культуризме прямо так и называют – односуставные и многосуставные. Качать мускулатуру многосуставными упражнениями выгоднее. Чем больше суставов включаются в работу, тем больше мышц получит силовую нагрузку. Сравните, в подъеме на бицепс работает лишь один локтевой сустав, зато в приседаниях тазобедренный, коленный и голеностопный, да и вдобавок спину. При подъеме из приседа помогают распрямить многочисленные мышцы-разгибатели позвоночника. Такая разница диктует принципиально иную отдачу. Упор на приседания гарантированно превратит вас в широкоплечего исполина на ногах-колоннах. Ну а подъемы на бицепс, в лучшем случае рукава рубашки, в которые вы ходите не один год, станут вам теснее. Культуристы справедливо называют многосоставные упражнения базовыми. Только они и делают нас чемпионами. Односуставные движения принято считать дополнительными. Совсем зеленым новичкам напомним, что наши занятия испокон века имели строгий порядок. Первым номером мы делали базовое движение с исполинским рабочим весом, а уж потом добивали общий объем тренинга парой-тройкой легких односуставных движений. Спортивная наука преподнесла нам всем ошеломляющий сюрприз. Оказывается, мышцы растут куда быстрее, если выполнять базовое упражнение дважды. Второй раз еще и в самом конце занятия.